5 августа в честь чего отмечается? День города. Праздник такой, День города. Его отмечают все жители города Орле. И... Дунчин Владимир, Комнина. Город первого салюта, почему вот у нас называется Орел? Ну, потому что в Орле произошло первое событие Орел. Салют! Потому что... Когда, ну, орловские люди, они победили, первыми победили немцев. Когда, может быть, это было, ты помнишь? Нет, я не помню. Знаешь, почему город Орел, город первого салюта? Город Орел был первый освобожден, и вот от немецких захватчиков, и поэтому первый салют здесь был. Было это когда? 5 августа. А вот вы знаете, почему 5 августа празднует город? Это освобождение? Нет? Ну, я вот пытаюсь узнать. Ну, ладно, не знаю, почему. Расскажи, пожалуйста, почему город Орел город первого салюта называется? Город Орел является городом первого салюта. Получил это звание 5 августа вследствие того, что город отстоял фашистских захватчиков, отбился от них. И вот поэтому Орел теперь город первого салюта. Первый салют был 5 августа. А какого года? 43-го года. Да, я не знаю, что-то там выиграли, когда завоевали, наверное. А, ну понятно. Ну там, короче, когда война закончилась, что-то салют, короче, был здесь. Вот что я знаю. Понятно. А 5 августа почему праздновали город родился? Ну тоже, не знаю, первый салют тоже город. Да откуда я знаю? Нет, не особо надо. Ну, потому что первый салют произошел именно в городе Орле. Самый первый в мире салют? Или что ты имеешь в виду? Ну, по идее, да, наверное.